Ну что, всем привет, друзья. Очередной наш уже осенний выезд по хищнику. Получается, была рыбалка, да, но не показывал я ее, поскольку там сильно показывать нечего было. Выезжали уже первые выходные осени, да. Вот, словил там только одного окуня, там грамм 800 такой, ну, может, килограмм, я не взвешивал, и все. Поднялась волна, плюнули на все и уехали домой. Ну вот, вторые выходные уже осени. Хотим попробовать, ну, щуку и окуня. Ну, все равно большую часть времени, как обычно, будем отдавать окуню. Приплыли на точку, погода позволяет сегодня ловить. Вот, сейчас собираю спиннинг и начинаем нашу ловлю. Так что желаю всем приятного просмотра. Поехали. Начну я, друзья, ну, как обычно. Обычно начинал с маленьких приманок, но начну покрупнее. 2,8-3 дюйма. Офсет обычный. И головка 8-10 грамм. Ну, будем смотреть, что будет лучше работать. По снастям, как обычно, бюджетника Кайда Шторм Райдер, плетенка UGK 0,6 и катушечка Ryobi Exi 3000. Ну, отводным ловим, ну, сейчас вот перешел флюр 0,4, ну, обычный джиг. Ну, вот попробуем сегодня, если в те выходные хуже клювало, отводной не пробовал, поскольку была волна, уже надоело это все было. Ну, вот сегодня не будет браться на джиг, просто попробуем на отводной поводок. Вот. Так что делаем сейчас первый заброс и рыбачим. Погода два дня стоит, а даже не два, а три уже. Такая теплая, стабильная, бабье лето уже настало наконец-то. В те выходные вообще была жесть, друзья. Носки шерстяные, шапка, рукавицы. Прихватил сегодня очки даже с собой. Будет солнце. На солнце жарко. Вчера очень жарко было. Но завтра уже к вечеру дождь передают. Так что, друзья, ладно, я выключаюсь. Как будет первая поклевка или что-нибудь интересное, я сделаю включение и все вам покажу. Ну что, ребятки, смотрите, какой попался окунек у меня. Решил попробовать на воблеры. Думаю, как бы попробую воблерками, все-таки дело к осени. Поставил вот такого, собрал комплект большой. Ну, небольшой комплект, а собрал именно покидать резины, ну и взял воблера. Ну вот на воблера взялся вот такой окушок. Сейчас я распутаю и покажу вам. Ну вот такой, друзья, у нас красавчик. Грамм 300-400 в нем есть. Взялся на воблерок. Довольно-таки большой воблер. Я специально собрал потяжелее спиннинг, взял 7.36, чтобы бросать, ну, угрями большими. И вот решил воблеры взять тоже, побросать. И все сработало, друзья. Так что сейчас нашего окунька отправим на кукан или сразу закинем в сумку. Собираем на копчение, там может засолить. Вот, поставил точку себе. Вот, здесь. Так что буду пробовать. Здесь, друзья, и дно такое неплохое. По эхолоту 17 показывают плотность. Ну вот, будем пробовать. У меня тут точки были зимы, ловили мы когда-то давно.
на флажки. Так что попробуем. Так что ловим дальше. Ну что, друзья, дождались мы еще поклевки. Были мелкие окуни, ну, уже не снимал. Ну, решил только крупные снимать экземпляры. Что-то неплохое вообще, друзья. Давит конкретно. Опа. Есть. Поменял, друзья, приманку. Сегодня что-то только берет на маленькие. Там с Александром был, встретился. Вот. Говорит, только на маленький утром брала. Я на крупный, но вот решил тоже на мелкие половить. Ну и вот сработало. Вот. Вот такие красавцы. Вот такая под натуралочку рыбка подарочная. Вот, неплохой окунь. Возьмем. И будем ловить дальше. Блин, хотел на две камеры поснимать, но проблемы у меня тут с креплением для камеры. Поэтому, наверное, буду на одну снимать. Ну, посмотрю, она вот болтается. Нечем зажать. Был ключ с собой всегда. Ну, ладно. 8 грамм. С флюкарбона поводок. Так, надо тут удилище переставить, мешает. Вот. Попробуем, друзья. Попробуем поклевку онлайн. Очень тепло стало, разделся, был. Байка теплая. Горка одета, все поснимал. О, да, друзья, вот поклевочка. Не крупный, но поклевывает. Вот такие, друзья, поклевывали мелкие. Я не снимал. Вот. Что-то покрупнее будем стараться брать, чтобы можно было закоптить. Чтобы закладку сделать. Ну, только не подумайте, не ту закладку. Опа, вот еще. Ну, вот такие тут небольшие поклевывают. Ну, и влетают иногда грамм по 300 такие вот, что я вам показал. Нет. Тут такой, друзья, неплохой окунек. Вот, смотрите. Вот этого тоже можно уже взять будет. И все, друзья, онлайн. Без нарезок всяких. Так, надо якорь немножко. Ладно, друзья, буду ловить. Если что, будет интересное включение. Сейчас хочу Александру позвонить. Стыдно будет, если не позвоню ему. Так что... Звоню, ловим и показываем. Ну что, друзья, хорошая подачка сейчас была на рака от фанатика. Такой, как хорошая. Плетенка просто тоненькая. Вот и... Хотя нет, друзья, нормальный окунек, грамм под 400 будет. Интересный такой, кругленький.
Вот, смотрите, друзья, да? Хороший. Тоже можно взять будет. Ну и сейчас сниму его и попробую онлайн поклевочку сделать. Погодка радует сегодня. 12, я думаю, будут еще выходы. Так что ловим дальше. Ну что, давайте попробуем онлайн поклевку. Проводка простая. 2-3 подмота, пауза. 2-3 подмота, пауза. Ну, можно еще немножко подбросить, рывком сделать. Ловил, получается, на рыбку, ну, под натуральную упаковку потом покажу. Перестала, поставил вот рака, другого был. Ну, мелочь, крупноватый он это, ну, чуть вот от фанатика поставил рака. Вот, немножко получше. Ну, тоже много мелочи, не снимаю. Я вот думаю, он привыкает к приманке, не хочет браться. Вот я уже 3 приманки поменял, и вот немножко есть контакт. Вот сейчас буду другой пробовать рак. Есть еще барракудовский у меня. Ну вот попробую, ну что-то ничего. Ладно, на другой приманке попробую сделать включение и посмотреть. Ну что, друзья, приплыл тут Александр, там я ему говорю, приплываю, говорит, я покурю. Вот, покурил, поел и вот словил окунь. Сколько там? Грамм 700, говорит окунек. Сейчас отцепит, покажет, я думаю. Друзья, видите? Ах, красавчик. Так что будем, наверное, тут до вечера уже и стоять, поскольку на много точек оплавали пусто, ну а тут отзывается. Так что я, наверное, перекушу сейчас и будем продолжать нашу ловлю. Ну что, ребятки, что-то у нас подсело. Решил попробовать в воблераме хороший окунь. Взялся на воблер плотву фосфорный. Грамм 300, но все равно приятно. Вот такой фосфорный воблерок. Так что ловим дальше, друзья, не тратим время. Ну что, друзья, пора собираться домой, завершать рыбалку. Решил туда пить чай, остался с рыбалки, ну и записать конец видео. Вот, ну, в принципе, неплохо по сравнению с предыдущими выездами, да. Ну, всегда хочется больше, да. Как говорится, не буду кривить душой, да, я думаю, каждый хочет всегда словить трофеи, ну и побольше рыбы. Вот, давайте покажу, наверное, что получилось словить. Вот, друзья, не знаю, сколько тут, раз, два, таких хороших, ну, что можно скоптить, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну а мелочь, я думаю, не убудет от озера. Решил взять братьям меньшим. Вот. А то как-то стыдно приехать домой. Да. Засмеют коты. Вот. Нашел пару таких еще интересных точек. Забил себе. Ну, вот в следующий раз уже буду пробовать. В принципе, все, наверное. Клевалось у меня, конечно, на небольшую резину. Цвет что-то такое более под натуралку. Хотя, по идее, малина обычно, ну, когда солнце было, малина, фиолет, ну, что-то непонятно сегодня. День на день не приходится. Ну, в принципе, все. В следующий раз будем тоже пробовать окуни, может, похолодает, щука пойдет. Так что, если будет что показывать, будем снимать, показывать.
Так что всем спасибо, друзья, за просмотр. Пишите свои комментарии, задавайте вопросы, если какие интересуют. Ну, а вам я, как всегда, пожелаю счастья, здоровья, любви. До новых встреч. Пока. А мы едем домой.